Перед вами на Курае сыграл Руслан Биктимиров. Детство Рами Гарипова прошло среди прекрасной природы при Урале, на реке Юрезань. Поэт родился, как вы уже слышали, 12 февраля 1932 года в деревне Аракулово Салаватского района Башкортостана в семье колхозников. Отец его, Ягафар Мухаммед Рахимович, с первых дней Великой Отечественной войны ушел на фронт и погиб в сражениях под Сталинградом. В семье осталось четверо детей, из них Рами был самым старшим. Их воспитала мать Гульямар Хизбуловна. Немало поэтических строк посвятил Рами Гарипов своему детству, маме, отцу и любимой реке Юрезань. Первый сборник стихов, вышедший в 1954 году, Рами Гарипов назвал «Юрезань». Образ этой реки неотделим у поэта от образа Родины, ее Родины. Волны он сравнивает с волнами своего сердца, стихами. Сейчас Лаура Буш прочитает вам стихотворение «Башкортостан». Когда из дальних странствий возвращаюсь, поездку завершив или полет, я светом небывалым наполняюсь, моя душа ликует и поет. Земля моя зеленая, как бархат, как девичья рука твой ветерок. Ты мне дороже всякого подарка, ты цель моих всежизненных путей. Я подбегаю к ласковым березам, и горе, и страдания с плеч долой. Взгляну на солнце в небе бирюзовом, от счастья слезы катятся рекой. А по лугам, играя, скачут кони. Я думаю о прожитых веках, о предках, о батырах непокорных, за родину сражавшихся в боях.